Это аргументы ментов, которые сами вооружены, хотят, чтобы все вокруг были безоружными. И это аргументы тех, кто стоит на стороне бандитов, которые тоже все вооружены. Добропорядочный гражданин не вооружен сегодня и не может противостоять вооруженному бандиту и угрозы применения оружия, неправомерного применения оружия со стороны милиции, которая также уже срослась с бандформированиями. Поэтому я абсолютно за оружие самообороны.